Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. С вами ночной дуэт. И мы пойдем Е6 сейчас. Нет. Не, мои ходы. А, извини. Да, мы играем в 10 ходов. Так, ну, D6. 10 ходовки Crazy House. Я думаю, все понимают, о чем идет речь. Ну, Ну, короче, шведские шахматы если один на кто-то не один. понимает, то очень близкий родственник шведок. Разница в том, что для игры нужно всего лишь два человека. Да? Вполне сильно. Я не буду тебе подсказывать. Я знаю. Абсолютно. Я только за. Тебе придется смириться с этим. Нет, я хочу коня туда. Вот сюда. Слона сейчас вот сюда поставлю. Как-то из общих целей. Осталось еще два хода, И что? чтобы решить судьбу этой партии. Так, ну, отошел. Если что, бью конем. Почему коня, а не пешка? Аж. Не важно. Так, ну, соперник хочет дать мат. Съесть твоего слона, он хочет пока Так, просто. да, приходится ослабляться. Я не люблю ослабляться. Ну, главное, что сделал, наконец, свой. Тогда был мой ход уже, значит, я Ну, играю до 21-го, потому что я пошел бы по-другому, наверное. да, и ты вот как бы ты пошел? Не знаю. FG, наверное, да? Явно по-другому. Ну. Так, ты бесполезно тратишь тот материал, который я добыл. Я его меняю, не трачу. Надеюсь, теперь у меня вечный конь. Ты добился. Конечно, долго к этому шел. Так, 15-й ход. Еще чуть-чуть. И Да я вот же вторым в этом. это и обидно. Как это? Мне не так плохо в этой игре. Это когда мы в паре с тобой играем, у меня есть немножко смелости. Проблемки. Какие проблемки? Вот смотри, у нас же больше материала, правильно? Ну да. Так он сейчас коня C4 поставит. И что? А, сюда коня. Тоже неплохо. Все защищаться. Потому что я совершенно ничего не добился. Нет, ты ослабился. И Теперь у нас лишний материал. заставил меня страдать. В принципе, мы можем, конечно, отзащищаться, но мы не будем этого делать. Не, если слона на h3 поставишь, пешка на g3 встанет. Так, у тебя еще один ход. Да. И этим ходом я пойду к коню А3, скорее всего. Я думаю, что этого будет мало. Навесил, да? Да, потом может какой-нибудь C4, слон A1, как-нибудь такой комбинации. О, слушай, мой ход оказался намного сильнее, чем я ожидал. Здорово. Ну, опять всю грязь сделал я. Конечно, так и было. Ну, я так понимаю, это будет отдельный выпуск, поэтому всем спасибо за внимание. Нет, я думаю, мы, может, в этом еще один что-нибудь сыграем. Хорошо, хорошо, Пока конечно. нажмем на паузу, пока ищем соперника. Итак, а мы продолжаем. 10 ходовки. Тот же соперник. В Crazy House. Почему у тебя опять первые 10 ходов? Я считаю, что дискриминация. Вот и я же в том же. Что это за дискриминация? Два раза подряд у тебя первые ходы. Видишь, неплохо. Дадут мне пешку на e5 поставить? Не дойдут. К этому только радоваться можно. Такие дыры. Белых уже выиграны. Слон f7, что ли? Как хочешь. Подсказывать я тебе не буду. Тебя не спрашивал о слоне. Понятно, теперь мне придется атаковать без фигуры. Нет, у тебя будет пешка. Оу. Так. Конь нам нужен или нет? Не знаю. Ходи, как Не, на, хочешь. не надо. Есть Все. форсированный выигрыш. После H5 шахман был. Я рассматривал эту кандидатуру, но решил обезопаситься. Так, ну теперь H5 надо втыкать. Так и скажи, что ты все это рассчитал заранее. Ну, смотри, ты чё? У тебя последний ход. Что ты делаешь? Ладно, ходи. Конь E4 ферзя выигрывал. Да, но зачем оно? Я думаю, что так, вот так он тоже потеряется. Мой ход, мой ход. Ну ходи, все, ходи. Успокойся. Король на F5 уже. Я должен посчитать. Давай.
Посчитай. Что-то у тебя не очень получается. Я считаю. Ну аж 3, на пол на мат в один ход. Это глупо. Не на мат, но... Это просто глупо. F4. Угу. Ну заноси да Е. Нет, 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 не спеши. Ладно. F4. Так, комбинация. Судья конь d4, конь d5, понятно. Ну, развили, развились стэм. Ты не забываешь, что у нас мало времени? У нас полно времени. У меня еще 7 ходов. Что намного важнее. Я думаю, что ты не заматуешь. Ну, по крайней мере, весь материал съем. Ну, пока относительно все на доске скучно. А, так уж. Скучнее. Думаешь, король, да? F6 под вообще, шахом. Вообще-то это моя заслуга. Да соперник просто не особо силен, а другого нам почему-то не дают. Мягко говоря. G6. А дальше что будет? А, он туда не... А, точно. Уже... Можно предход, наверное, ставить, да? Пешка. Так, сколько у меня ходов еще? 4. 4. Так не надо сейчас считать мат форсированный и в итоге загнуться. Он d6, ферзь d6, взяли, взяли, у нас ферзь. У нас ферзь, он пошел d5, взяли, у нас ничего нет. Да, поэтому лучше пешку на d6 поставить. Глупый ход. За счет чего атаковать теперь? Ферзь g4 это мат или что? Ферзь g4, король d8. Ну вот ты в любом случае ферзя с темпом в игру вводишь. Да, только он под темп, он сам под темп попадает. А и материала нет, да, чтобы? Ну король d8 в конь e6, что ли? Ой. Ладно, ты решил съесть ладью, я понял. И у меня еще два хода. Да. В целом у него атаки нет. Так а я же рокернуть успел. Мат-то есть или нету? Не ну, знаю. Так, вот тут уже вообще подозрительно. Надо ферзей менять. Зачем? Потому что у нас будет ферзь. Ферзь же 4, выигрывала. Мат в один ход. Это не мат в один, там король f6. Все, мои ходы, успокойся. Черт, а ты не поставишь мат. Почему? Я в тебя не верю, извини. А, ты просто где... отдашь весь материал по очереди. Так, ладья я 8. Да. Ладья 8. Надо было только не этой, ну ладно. Просто сделай какие-нибудь ходов 8 быстрее, я успею. Ладно. Уговорил. Да, всем спасибо за внимание. Обрати внимание, Кирилл.